Нет, вы на это посмотрите. Йосемит парк выглядит точь-в-точь, как природа Урала. Такие же полянки, такие же сосны. Только потеплее, конечно, зимой, чем наша зима. Это мы на заправке. Здесь в парке есть заправка, что очень хорошо. Один в один, ребят. Моя родина. Как я скучала по этим лесам. Благодать. Вот она, красота парка Йосемиты. Высоченные горы. Там внизу долина находится. Вот здесь мы проезжали. Видно, что везде по лесу растет черничник, черничные кусты. Скорее всего, должны быть грибы. Но пока я не могу этого проверить. Если будет возможность где-нибудь смотреть, то мы посмотрим. Вот только что вы должны были видеть, как мы проезжали по тоннелю, который вырублен в скале, в горе, в горной породе. Он был, видите, он был основан, вернее, сделан в 1933 году. И смотрите, что мы тут видим. Это просто вау! Я не могу быть точно уверенной, но, по-моему, вот эта вот большая скала называется Эль Капитан. Просто они так рядом расположены друг с другом, поэтому я путаюсь. А вот там подальше, видите, вот там виднеется пик. Как будто бы голова выглядывает или что там, не знаю. Это называется Half Dome. И вот такие вот красивые скалистые горы. Вот она, High Sierra, как называют ее американцы. Они так называют именно высокие точки Сьерра-Невады. Излюбленное место всех скалолазов. Скажем, любителей такого горного туризма. Здесь, видите, парковка. Я немножко опять покажу, как оно все выглядит. Внизу долина. Вот видите, там вдали можно увидеть водопад маленький. Называется «Фата невесты» в переводе на русский язык. Удивительно, что зима, и он не замерз, хотя достаточно холодно. Он такой достаточно, видно, что вязкий, да? Вода медленно опускается. Класс.
смотрите, вот он, водопад. Тот самый водопад, который видели мы с другой точки. Вот он. Видимо, он на ночь действительно застывает, поэтому вода такая тягучая днем. Ребят, я никогда с такими высотами рядом не стояла. Это нереально гигантские скалы. И вот здесь, вот с этой стороны, вот он, Эль-Капитан. Я не знаю, как это передать с помощью камеры. Масштаб, конечно, не передается, но это нереально гигантская штука. Посмотрите, какая красота. I sat within the barley green, I set me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think of island dearly. While soft the wind blew down the glade and shook the golden barley, 'twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men, while soft winds shook the barley. Ну что, вы готовы? Я вам говорила, гиганты. Сейчас мы приехали к такой скале, которая называется Sentinel Dome. И она вот такая огромная. И мы прямо у ее подножия. И она высоченная. Это гигантская, не знаю, скала, сооружение, как это еще назвать, природное сооружение. It's unreal. Ну, очень красиво, очень. Смотрите, какие цвета гранита красивые, природные. Здесь протекает речка, которая идет через весь парк Йосемите. Здесь кэмпграунд, то есть на палатки ставить можно. И вот сюда мы смотрим, это Half Dome. Называется эта гора. Одна из достопримечательностей парка Йосемите. Такая красота и благодать.
рядом с Йосемите, практически в нем самом. Находится такой маленький городок со своей школой, со своей вот какой-то мэрией, видимо. Да, это типа как сити-холл. С больницей, с такой малюсенькой. Вот такой вот малюсенькой старой заправкой. Там на солнце, конечно, не знаю, что будет видно. Как интересно. Даже антиквариат продается. У них специальный магазин есть. Называется Groveland. Grove — это пещера. Хостел такой маленький совсем. Маленькие ресторанчики. Cute.